Итак, заключительная стадия нашего лизонского балета. Значит, предпоследний отстрел нам показать, что все-таки мы можем корректировать путем снятия фаски пули влево-вправо. Вот. И мы увидели, что все-таки, когда мы сняли полностью всю фаску, ну и сняли, обратно все сделали, заточили под ноль, все-таки куча немножко увеличилась. Притом это пули мели, они, кстати, не так вот не сильно хорошо летают, как по мне. Вот, значит, что я сделал? Я спилил мушку на миллиметра 3, чтобы немножко поднять пулю. Влево-вправо я ее не трогал, мы сейчас постреляем, посмотрим, как полетят остальные пули. Я тут накупил пуль, сейчас расскажу, какие. И уже в зависимости от того, если все-таки так и останется тенденция ухода пуль вправо, и там, я не знаю, еще будет немножко низить, я все равно еще спилю мушку, вообще тоже как бы я пристреляю. А если останется тенденция пуль ухода вправо, я отпаяю вот эту мушку и перепаяю ее на миллиметр вправо. Она тогда выровняет, по идее, все эти дела. Так, значит, что дальше? Дальше я сейчас покажу, какими пулями мы будем стрелять, и постреляем. И постреляем. Значит, пуля у нас получается, значит, если присмотреться, значит, слева направо, это у нас шар подкалиберная, дальше паренюка пуля, такая тупая болванка с хорошим останавливающим эффектом, фирменная Гуаланди в контейнере, Голбо на нее говорят, в Голландии это фирма, а Голбо это сама пуля. Значит, дальше пуля у нас и пуля удар, тоже в контейнере, типа Полева. Вот, ну она тупая, металлическая, должна хорошо идти по веткам. Вот. Значит, мы сейчас стреляем на наших стандартных мишенях формата А4. Вот. А что это оно у нас плывет? Ага, все, уже не плывет. Значит, формата А4 слева направо. Первые пойдут круглые у нас, потом у нас пойдут паренюка, потом у нас пойдут Гуаланди, потом у нас пойдут удар. Я буду комментировать. Вот, значит, сейчас поставим заглушки в уши, чтобы не оглохнуть. Значит, первая у нас пуля идет шар. 5 выстрелов. Вот, заряжаемся. Не вовремя. Так, первая пуля у нас шар. Стреляем мы, получается, центр формата бумаги А4. Впечатление, что шар летит именно туда, куда целишь. Ну, видео покажет. Пока. Так, значит, шар у нас настрелялся. Следующая у нас идет паренюка. Тупая пуля. Следующая мишень. Стрелять я в следующую мишень буду между двумя листами. Посредине в эту полоску посредине. Правит, как и правило, да?
Наверняка стрелялась. Дальше у нас идет в Оланде. В Албо. Как она правильно? Следующая мишень, центр мишени. Центр бумаги формата А4. Такой выстрел интересный. Что такое? Насечка? А, не зарядила. Ничего себе, не подала патрон. Ничего себе. Да? Так, и что? И следующий у нас получается пуля-удар, которая похожа на полеву, только металлическая и тупая. Какой отдача какая. Аж само... Ничего себе. Отдача. Так, ну что, вот отстрелялись, пошли смотреть, что мы там настреляли. Так. Значит, вот полетел наш шар. В принципе, от него ожидать большего не надо было. От такого ружья. Наверное, все-таки, чтобы стрелять гладкий. Вот это что-то у нас более-менее точно полетело, но все равно немножко ушло вправо. Вот эта группа. Где-то она вся зайдет на формат А4. Это у нас, кстати, пуля паренюка неплохо так пошла. Кстати. Да. А это у нас пуля Гуаланди. Так пошла. Куда третья ушла, не знаю. Четвертая, пятая точнее. Или одна в одну. Вот. Или хер его знает. Ну, видео покажет. А это у нас пуля-удар. Я вам скажу, вот пуля-удар прям прилично. Наверное, есть смысл остановиться на этой пуле. Вот. И, наверное, я на ней и остановлюсь. Скажу вам, и выстрел такой хлесткий, мощный у нее. И куча достойная. И, в принципе, блин, приятно удивлен. Вот из этого всей команды пуля-удар. Все, дальше еще спулю немножко пуль, мушку, чтобы... Все равно немножечко оно вправо подает, но не критично. Я думаю, на дистанции 50 метров это не критично. Но я его все равно немножечко перепаяю в сторону.
Ну, это такое. Или сточу. Посмотрим. Ну, все, всем спасибо за внимание. Вот наша дистанция.